надо подлететь к твоей маме! Клянусь, я хорошо о нем позабочусь. Чомпи! После такого предательства... Ян с измерением X расторгнут! СЗЗ должно защищать человечество от опасностей, а не терроризировать его! Инопланетная тварь! Тока! Это Чомпи! Кавабанга! Это твой малыш! Я лишь хотел о нем позаботиться. Я не знал. Туэн, держись, Раф. Семейный пикник окончен. Туэн, чё, столько не ешь, нас не ешь! Мы решили, ты погибла. Я думал, Чомпи стал сиротой. О, нет. Укрытие! Укрытие! Давай, Раф, скорее! Пора тебе возвращаться к маме, Чомпи. Я люблю тебя, мой малыш. Я не мог сказать это раньше, но... Ты мой самый лучший друг. Да, ты справился, Раф, отлично! Прощай, Чомпи Пикассо. Папа Раф! Ты молодец, папа Раф! Ты переглядел огромного звездного монстра, друг. Не называйте маму Чомпи звездным монстром! Эй, а я рад, что она вернулась в космос. Не то слово. Бойцы, приготовиться! Один лишь чих, и она могла уничтожить все человечество. Рафаэль, ты думал о том, что будет, когда Чомпи станет взрослым? А? Правда? На Земле может не хватить для него места. Думаю, Чомпи когда-нибудь должен отправиться к звездам. Но до этого момента еще очень много времени. Ты хочешь оставить его здесь, со мной? Спасибо, Тока. Я... Верно, моя кроха. Ай!
Thank you.